В пространстве возможностей ВАТА началась неделя танцев. Ее открыл урок полуфиналиста проекта «Танцы на ТНТ» Дмитрия Олейникова и его партнерши Екатерины Сергеевой. Обворожительная танцевальная пара показала базовые движения чувственной доминиканской бачаты. Выбор направления педагоги объяснили просто. Очень нравится общаться с людьми, очень нравится расширять границы их стеснения. Потому что это тот танец, где ты можешь чувствовать себя свободно и спокойно, вне зависимости от конкурсов, каких-то рамок. Ты можешь танцевать с любимой девушкой у себя дома, либо где-то на вечеринке и чувствовать себя так прекрасно. У каждого танца есть свое настроение. У бачаты, как говорят, это веселый непринужденный разговор. Именно такая атмосфера царила на площадке ВАТЫ, где собрались молодые девушки, жаждущие изучить приемы соло вместе с профессиональным танцором. Я занималась танцами, да, вот, но, опять же, сейчас появляется много новых направлений, и такое направление, вот как бачата, которое сегодня я еще ни разу не пробовала, и поэтому сегодня решила вот прийти и, наконец-таки, испытать это. Мне очень нравится, по-моему, это очень хорошо придумали, потому что, ну, людям, которым нечего делать летом, так как, ну, некоторых друзья разъезжаются, у некоторых просто отпуски, ну, почему-то они, может, и не смогли поехать, вот, остались здесь, и им нечем заняться, и вместо того, чтобы сидеть дома перед телевизором, они просто могли сюда прийти. Бачата – тот танец, которому можно научиться с одного занятия. Так что участники мастер-класса уверенно делали шаги и повороты в такт музыке буквально сразу. Все лето на деревянном подиуме ВАТЫ будут проходить различные мероприятия. Еще не поздно ознакомиться с расписанием мастер-класса в группе и присоединиться к активным молодежным развлечениям. Елизавета Фролова, Владимир Плотников, Екатерина Тестова. Специально для K-Insider.